Скажешь, когда поехали? Мы ведем наш репортаж прямо из трактора, друзья мои. Невзирая на выпитые вчера 8 литров водки, мы с утра уже на работу едем в поле. Включаем шестую передачу. Поднимаем ковш, смотрите, опа, поднимается ковш. И ваша. Окна запотевают, это от перегара. Включаем девятую. Шестая, девятая, две рабочие передачи в тракторе. Вот так поднимается ковш. Поднимается, поднимается, не видим дороги, опускаем. Опускаем, теперь видим дорогу. Ха-ха, я фокусник, ебать, не остановлю.